Дорогие господа офицеры, сослуживцы, товарищи, друзья, солдаты президентского полка и все к нему относящиеся, поздравляю вас сегодня с нашим профессиональным праздником, Днем президентского полка. Я хотел бы пожелать всем успехов в работе, мира и любви в семье, мирного неба над головою. И, конечно же, как и каждому человеку, быть ближе к Богу. В конце этой жизни мы все дадим Богу отчет. Будьте добры, будьте честны и мужественны. Я служил в президентском полку в почетно-кавалерийском эскорте президентского полка 2002-2004 год. Хотел бы рассказать одну интересную историю, случившуюся со мной во время службы. Значит, уже в четвертом полугодии был такой случай. Комбат нашего полка лично со мной при встрече всегда здоровался по ручке. Вот, это была, конечно, великая честь для меня. Вот, я первый раз, помню, вообще руки долго не мыл после этого. Вот, ну, значит, однажды мы, выходя со столовой, встретились с комбатом, шел комбат, и шел начальник штаба с ним, и еще там пару офицеров. Начальник штаба был мужик серьезный такой, Анатолий Иванович его звали. Значит, он всегда, если он на воскресный день выпадает дежурным, то это все, праздника не будет, считай, что. Ну, своего рода праздник у него был, то есть это спортивно-массовые мероприятия, бег, там, футбол, какие-то занятия тренажерные и так далее. Вот. И когда я выходил со столовой, значит, увидел комбата, говорю: здравия желаю, товарищ полковник. Все, поздоровались с ним. И он такой мне говорит: о, у тебя, говорит, скоро пейсы будут. Вот. А мы, ну, как бы уже, вот-вот уже скоро домой, и уже в это, стали там бакенбарды себе отращивать небольшие. Вот. Конечно, это не по уставу. Вот. Ну и что, у нас после столовой, значит, после обеда было построение обязательное, там в 3 часа, по-моему. Я быстрее забегаю в расположение, беру станок, быстро чук-чук побрился, все там, привел себя в порядок. Значит, обеденное построение, начальник штаба Анатолий Иванович говорит: так, призыв, осень 2002, 10 шагов вперед, все раз, вышли, полоборота направо, все раз, встали. Проходит, каждого смотрит, смотрит, смотрит. Раз до меня дошел, такой, сбрил уже. Вот так вот, как простой солдат обхитрил подполковника. Всем успехов. И для моих друзей, товарищей, сослуживцев, особый пламенный привет. Вспышка стыла, ребята.